Вице-президент США Джо Байден прибыл сегодня в Украину. В рамках двухдневного визита он планирует встретиться с украинскими руководителями Александром Турчиновым и Арсением Яценюком. В Киеве Байден будет говорить об экономике, конституционной реформе и обеспечении честных выборов. Также американский гость обсудит ситуацию на востоке Украины. Услышать и понять настроение вице-президента пока не удалось. Он не давал никаких комментариев журналистам.